Николай Меркушкин вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав регионов России, уступив позиции только мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Исследование проводила компания «Медиалогия» на основе базы СМИ, включающей порядка 17 тысяч источников. Это телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информагентства. Главный критерий оценки – ситуация в сфере ЖКХ. По мнению аналитиков, глава 63-го региона является признанным экспертом федерального уровня в этом вопросе. Среди основных событий с участием губернатора Самарской области отмечают совещание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Николай Меркушкин тогда предложил взять паузу с введением социальных норм на коммунальные услуги, подчеркнул, что вопрос требует дополнительной тщательной проработки, так как поспешные и необдуманные решения могут негативно сказаться на потребителях.